конечно. Я про настоящую историю. Дети были с преступными наклонностями. Они забили старуху насмерть. Сожгли ее тело. Родители легко поверили в их сказку про злую ведьму. Как и мы. Чем я могу помочь? Мой отец пропал здесь 20 лет назад. Уверена, вы слышали. Мне нужно разрешение на поиски захоронения отца. Проваливай! Спровать ее и точка. У этой грим будто чуйка какая. И лес она знает получше нас. Надо бы дать ей ответы, чтобы она не искала то, что лучше не находить.